Tevijas laikmets, un šodien mums tāds īpašs notikums mūsu studijā. Viens no izcilākajiem Krievijas vēsturniekiem un vēstures zinātājiem, cilvēks, kurš parasti nepakļaujas Kremļa filtram, kritiķis, literatūra zinātnieks, filoloģisko zinātņu doktors, zinātņu kandidāts, Krievijas PEN centra direktors, Boris Sokolovs. Здравствуйте, Борис Вадимович. Я очень рад, что вы пришли к нам, посетили нас и поделитесь своими знаниями с нашим радиослушателем. У нас сегодня передача будет на русском языке, поскольку наша публика, наши радиослушатели и латышские, и латыши, и русские, мы особо переводить не будем, потому что, в принципе, люди понимают, о чем речь. И мы хотели бы вас немножко расспросить о ваших знаниях, что касается истории России, именно в середине прошлого столетия, а точнее Россия и Вторая мировая война. Насколько я знаю, то ваша концепция историческая не всегда схожа с той официальной российской концепцией, и поэтому вас особо не жалуют в России, я так понимаю, это правда? Здравствуйте. В общем, моя концепция, она отличается от той, которой придерживается, наверное, большинство российских историков, которые официально одобрена, но та концепция, она в основном, опять же, повторяет советскую концепцию о Советском Союзе, который стал жертвой гитлеровской агрессии, а потом освободителем Европы от фашистского ига. В общем, все получается хорошо, Красная Армия очень хорошая, Сталин тоже играл на самом деле последнюю худую роль во время Отечественной войны. Это, конечно, очень устраивает власть, которая себя объявила правопреемником Советского Союза. Но достаточно далеко от правды. Особенно неприятен период 1939-1941 года, когда Советский Союз фактически играл роль невоюющего союзника Германии, когда вместе с Гитлером Советский Союз спровоцировал начало Второй мировой войны, когда он совершил агрессию против Польши, Прибалтики, Румынии, Финляндия оккупировала значительные территории, уничтожила там десятки тысяч людей, сотни тысяч депортировал. Это все, конечно, то, о чем в России очень не любят сейчас. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, которые только что включились, что у нас в студии российский историк, критик, литературовед, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, член Русского ПЭН-центра Борис Вадимович Соколов. Автор многих изданий, и вы написали две энциклопедии, насколько я знаю. То есть про вас можно говорить точно. Вы не просто ходячая энциклопедия, а ходячие две энциклопедии. Может быть, даже три, еще брать Вторую мировую войну. Да, ну вот скажите, пожалуйста, чисто такой вопрос философский. Если сейчас сегодняшняя Россия себя объявила таким правопреемником Советского Союза, но в том же числе Путин неоднократно, многие другие деятели российской политики заявляли, что они ни в коем случае не оправдывают сталинских там каких-то преступлений. Вот почему нужно России прикрывать глаза на такие факты, которые в принципе очень-очень ярко говорят о том, что это война, ужаснейшая война нашей известной истории была начата не Германией, а Советским Союзом вместе с Германией. Германией вместе с Советским Союзом, все-таки приоритет Гитлера тут совсем уж отрицать не стоит. Конечно, Сталин был очень значительным пособником, без содействия которого Вторая мировая война не началась бы, по крайней мере, в то время и в той форме. Тут дело такое. Конечно, сталинские преступления
Путин, я думаю, и Медведев проще российские элиты вполне искренне осуждают, хотя бы потому, что сами бы не хотели стать жертвами таких преступлений. Осуждать-то одно, а им хотелось бы быть правоприемниками Советского Союза в чем-то хорошем. Ну, зарубежные активы СССР, достижения советской цивилизации, как ее иногда зовут. Но правоприемство, это же, простите, необходимость не только осуждать эти преступления, но и платить за эти преступления, допустим, как компенсировать жертвы эти преступления, в том числе в других странах, то есть в Польше, Прибалтике. Вот. А вот с последним как-то получается плохо, поэтому стараются оправдать действия Сталина, говорят, что это не агрессия, что это не оккупация, что это что-то другое, что это не как у Гитлера. Хотя тут, в общем, очень мала разница с тем, как Гитлер оккупировал, допустим, Австрию, Чехословакию или там Данию с Люксембургом. Вы согласны с теорией резонанс, то есть другими именами его называют Своров, что Сталин, Гитлер для Сталина являлся ледоколом, то есть таким, который прорывал ему, Сталин готовил Гитлера как такой арьергард для своего похода на Запад. Ну, я бы, наверное, все-таки не делал Гитлера какой-то марионеткой Сталина. Гитлер, конечно, действовал без Сталина. Просто сам Сталин учитывал фактор Гитлера и старался использовать его в своих целях, то есть создать такую ситуацию, когда Гитлер вынудит западные демократии встать на сторону Сталина, или, если удастся, вообще разбить Гитлера при помощи западных демократий. В 1940 году, когда Гитлер вторгся во Францию перед этим вторжением. А чем же объяснить то, что Советский Союз так усердно помогал Германии не только ресурсами, но и оружием, обучением кадров? Простите, это вы затрагиваете уже немножко совсем другой эпизод. Это 20-е годы, начало 30-х, когда Германия обучала своих летчиков, танкистов в Советском Союзе. Но это было обоюдовыгодное сотрудничество, потому что Советский Союз обучал германские кадры, когда, собственно говоря, Россия и Германия считались объективно союзниками против Версальской системы. А с другой стороны, СССР получал непосредственную выгоду, потому что он получал германскую технику, германских инструкторов. И он обучал там свои кадры. Это было взаимовыгодное сотрудничество, которое было свернуто после прихода Гитлера к власти. Хорошо. Скажите, вы очень знающий человек во многих сферах. Вы, наверное, согласитесь со мной, что история создает будущее. То есть не сама история, а то, что мы знаем про наше прошлое, создает наше будущее. Какое будущее хотят создать? И исходя из этого, какую историю признают, что отрицают, это влияет на то будущее. Какое будущее, скажем, для Латвии, для России? Хотят создать и политики, и те, от которых зависит эта история, которую люди знают по себе. Насколько я понимаю, в России хотели бы воссоздать СССР хотя бы в виде некой российской сферы влияния на постсоветском пространстве. То есть они хотели бы, чтобы там, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, государства Закавказья, Казахстан, чтобы они не зависели от России, чтобы никакие другие капиталы, войска, товары туда без российского согласия не поступали. Тогда из этого вопрос еще не следует. А что такое Россия? Это два человека, три человека, 30 человек. Где они сидят? Что это такое? Это какой-то круг людей, которые представляют или думают о России какой-то? Или это просто так происходит само собой? Люди какие-то встретились, о чем-то говорили. История идет своим путем, а люди живут своей жизнью. Ход
Действия России естественно определяет ее узкий круг политической элиты, которая сидит там в Кремле, в Белом доме. Это реально может быть несколько сот человек от силы, со всей обслугой. Остальные уже исполнители. Но этих людей объединяет какая-то организация, какой-то устав, какой-то внутренний порядок, какая-то дисциплина. Или это так? Встретились, разошлись. Конечно, они не подчинены какому-то уставу или строгой дисциплине, но между ними, конечно, есть достаточно жесткие отношения господства и подчинения, которые даже могут и не быть формализованы, но реально существуют. И в таком же виде, наверное, и в других государствах, и включая в Латвию, в принципе, тоже есть какой-то круг лиц, которые определяют все. И вопрос мой именно в том, что вот эти вот верхушки, можем их так назвать, они как-то координируют свои действия, планируют дальнейшее что-то в своих интересах? Нет, ну, вы, во-первых, сравниваете все-таки разные государства, в том смысле, что Россия это государство авторитарное, а там Латвия... Государство демократическое, демократических государств там роль правящей элиты, она не такая всеобъемлющая, она ограничена наличием оппозиции, наличием свободной прессы, свободных выборов, и поэтому там, конечно, сказать, ну, просто и не может стать такой узкой элиты. Она нам нужно опираться на какой-то более широкий круг. Господа, извините, я думаю, что мы немножко не в ту степь забрели сейчас, потому что наша главная тема — это история. Да, ну давайте вернемся вот к теории Суворова. Я считаю, что Советский Союз впервые собирался вторгнуться в Германию где-то летом 40-го года, рассчитывая, что Гитлер начнет наступление на Западе и завязнет на линии Мажино. Штурмовских офицеров Катыни расстреливали как раз под это несостоявшееся наступление, чтобы к моменту наступления они были мертвы. Потому что если начинается германо-советская война, то офицеров надо освобождать и передавать польскому правительству тогда еще в Париже. Вот. А, соответственно, они создадут армию, которая не будет подконтрольной СССР. Поэтому их и расстреляли, чтобы не передавать. Но Франция рухнула слишком быстро, Сталин не успел вмешаться и перенес вторжение на 41-й год. Есть два достаточно доказательных документа, которые доказывают, что именно примерно в июле 41-го Сталин собирался вторгнуться. Есть план стратегического развертывания Красной Армии марта 41-го года на Западе, предусматривающий главный удар на юго-западном направлении Красной Армии. На этом документе есть резолюция... бывшего заместителя начальника генштаба генерала Николая Ватутина. Наступление начать 12 июня. Ну, наверняка это он мог записать только указание Сталина, потому что не в его компетенции было определять день начала наступления. То есть такой документ имеется? Имеется, это именно 41-й год. Но по ряду причин просто не успели сосредоточить войска и... технику для наступления, и оно, очевидно, было перенесено на июль, потому что 4 июля 1941 года Политбюро приняло секретное постановление с высшим грифом «Секретность и особая папка» о формировании к 1 июля 1941 года польской дивизии Красной Армии из поляков или знающих польский язык. То есть это могло быть только на случай войны с Германией и непосредственно перед. То есть тогда же перед войной с Финляндией сформировали финский корпус Красной Армии. Значит, сразу до 1 июля, скорее всего, где-то в июле собирались воевать. Почему в этот корпус этих польских офицеров не внедряли? Нет, туда внедрили тех, кого не расстреляли, а это были или стукачи, или... правильно политически мыслящие, то есть которые готовы были сотрудничать с Советским Союзом. Там осталось сотни три, условно говоря. Во главе с полковником Берлингом. Дальше его, кстати, тоже признали неблагонадежным. И в 1944 году сместили с поста командующего первой польской армии. Это уже было потом. Вот. И их, значит, направили вот в эту дивизию, но поскольку началась война, то сформировать эту дивизию просто не успели. Но вернемся в 1939 год. Да. Значит, то, что мы знаем, это пакт Молотова-Риббентропа, приложение к нему и раздел
с первым влиянием, Советским Союзом, с Германией. Вот есть теория, которую официальный Кремль тоже поддерживает, что Советскому Союзу был абсолютно необходим этот пакт, чтобы оттянуть войну с Германией, чтобы обеспечить свои интересы, что Советский Союз вошел в Финляндию, Балтийские государства, Польшу и Бессарабию, Румынию, только для того, чтобы обеспечить свою безопасность, таким образом отодвинуть свои рубежи. Что вы можете сказать по этому поводу? Все агрессии в мире оправдываются соображениями безопасности, достижением более безопасных границ, то есть здесь Сталин абсолютно оригинально, но, собственно, об этом всегда говорил Гитлер, и до этого все завоеватели в мире. И там, потому что русский Наполеон, российский там Петр Первый, все. То есть абсолютно логично, что если граница между границами агрессора и границами жертвы есть какие-то другие государства, это все-таки безопаснее. То есть эта версия, она и по логике. Во всяком случае, если ты ожидаешь агрессии, это поиск нейтральных государств, это скорее твое преимущество, потому что агрессор нужно будет вступить в эти государства, как-то там развернуться, пока он будет оккупировать, вся будет какое-то время для контрдействия. То есть эта версия, она просто, она очень просто разваливается, ее даже не надо особо там... Да, Сталин же заключил пакт не для того, чтобы мирно жить, а для того, чтобы захватить Восточную Польшу, там, Бессарабию, Прибалтику, Финляндию хотел захватить, но все не удалось. Сам же начал войну с Финляндией, то есть... Ну, конечно... Ясно, для чего пакт заключался. Да, Борис Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот начало войны, 1 сентября, вермахт начинает наступление на Польшу. Советский Союз только 17 сентября делает это наступление. Есть версия, вот тут Фелман, господин, 3 недели назад делился, что Сталин все-таки кинул Гитлера. Что обещал он Гитлеру тоже свои действия начинать раньше. Может, не 1 сентября, но не 17-го точно. Что вы об этом знаете? Значит, тут было два фактора. Во-первых, сосредоточение советских войск, они к 1 сентября были еще элементарно не готовы, даже к 3-му. И второе, Сталин выжидал реакцию Запада, то есть будут какие-то боевые действия на Западном фронте. Вот когда он убедился, что боевые действия на Западном фронте так и не начались всерьез, а, кстати, не начались они во многом именно из-за пакта Молотов-Риббентроп, потому что британские и французские разведки были осведомлены о секретных протоколах, и они знали, что полякам все равно не продержаться, что рано или поздно в тылу ударит Советский Союз. Поляки этого не знали. Поэтому они не пытались спасти Польшу там, каким-то наступлением. Вот. А когда Сталин убедился, что Западные Союзники, с одной стороны, не выступают, а с другой стороны, что Гитлер уже скоро захватит всю Польшу, он тогда начал действовать, чтобы от него не ушла его часть добычи, именно Восточная Польша. То есть, как я понимаю, наверное, я это понимал уже несколько лет назад. Вторую мировую войну начали Советский Союз вместе с Германией, или Германия вместе с Советским Союзом, как вы говорите, Германия вместе с Советским Союзом. Я бы сказал так, Германия при пособничестве Советского Союза. Да, ну, то есть... Потому что начала войну Германия, первая объявила войну. Советский Союз вообще Польше войны не объявлял, он ее просто оккупировал без объявления войны. Какое отличие в этом? Никакого. Да. То есть, ну, полякам должно было быть, может быть, приятнее, что их оккупируют не в качестве войны, а вот в качестве, может, мирной инкорпорации. Я даже не знаю, как это теперь полагается говорить. А боевых действий совершенно не было? Нет, были боевые действия, ну, отдельные были. Там порядка 2000 красноармейцев погибло в боях, но это были спорадические действия отдельных частей, которые не получили приказа командования, поскольку польское командование отдало приказ боевые действия против Красной Армии вести только при попытках пленить или разоружить польские войска,
а так стараться против советов боевых действий не вести, а вести только против немцев и стараться уйти на территорию нейтральных стран. Румынии, Венгрии, Литвы. Ну, у нас тоже были Латвии, да, много польских летчиков сюда перелетело. Да, да, да. Даже такой забавный есть человек, Александр Шакарат, русский историк. Я помню, на одной конференции он с возмущением говорил, что вот латыши какие подлецы, как только Гитлер и Сталин вторглись в Польшу, они сразу закрыли польское посольство в Латвии, и, дескать, вот Советский Союз как бы мстил за Польшу, когда вторгся в Латвию в июне 40-го. А, такая оригинальная есть, да, довольно весь. Да, забавно, меня она искренне позабавилась. Ну вот, ну немножко поговорим, значит, для наших радиослушателей... Немножко сделаю такое короткое резюме, и для тех, которые русский язык не очень хорошо понимают, немножко переведу. Значит, Тадамес Рунаймер, Борис Соколов, Кривис, зинатный кандидат, вестернек, литератур, зинатник, он шобрин, мы сунаем про водра пасал с карсатом, сапроводом кершо, ари Борис Соколов, пункт с pamatot, ka šo karu sāka Vācija kopā ar Padomju Savienību, nevis Vācija viena pati atsevišķi. Boris Vadimovič, если мы дальше идем по вот истории этой войны, можно ли различать оккупации Балтийских государств, Румынии, Сарабии, вторжение в Финляндию как какие-то другие военные акции, или это все-таки глобальная составная часть одной большой войны? Вот как вам кажется? Нет, разумеется, это часть Второй мировой войны, никуда отсюда не денешься, хотя даже Союз формальный до 1941 года не участвовал во Второй мировой войне, но фактически он пожинал плоды вот договоров с Гитлером 1939 года. И если брать оккупацию, ну, собственно говоря, Восточная Польша здесь не подходит, там какие-то боевые действия были. Вот если брать, например, в чистом виде оккупацию Балтии, оккупацию Бессарабии, то это совершенно совпадает, ну, с так называемой мирной оккупацией Германии, Австрии, Чехословакии, Дании, Люксембурга. Никакой разницы нет, а эта оккупация была в Нюрнберге, германская, я имею в виду, безоговорочно осуждена и в качестве одной из преступлений. Гитлер считался этой оккупацией там. Чехословакии, Дании, Австрии. Ну, вы знаете, что на Нюрнберге все-таки не говорилось обо всем. Нет, обо всем там не говорилось, там, в общем, Катынское дело не стали расследовать, когда выяснилось, что доказать, что это сделал немцы нельзя, а наоборот, фактически было доказано, что это сделали русские. Насколько мне известно, приложение к пакту Молотова-Риббентропа тоже не были приняты. И хотя я согласил защитник Гессена. Да, но поскольку это был не оригинал, это было оправдание. Оригинал ну, мы по копию не принимаем, все, об этом не говорим. Главное, что мы не расследуем другие преступления, то есть что не относятся к... Но скажите, как вы думаете, Вторая мировая война для Латвии и, может быть, для других государств закончилась или она еще не закончена? Это такое, я много людей встречаюсь с ними, разговаривают, для нас приказа о мобилизации не было. Война началась, она еще не закончилась. Ну, насколько я представляю, в 91-м году война для Латвии закончилась, когда она восстановила свою независимость. Можно там спорить о каких-то территориальных вещах или компенсациях, но это уже в рамках мирного времени. И, в общем-то, того государства, которое оккупировало Латвию, больше нет. Борис Владимирович, продолжая тематику вот этой ужасной войны, один из российских моих авторитетов, господин Афанасьев, публицист, он сказал, что российский народ с трудом вынес эту войну, но он никогда не вынесет правду об этой победе. Вот
правда об этой победе, насколько она ужасна для русского народа, для русских? Ну, я думаю, что она, во всяком случае, не повышает национальную самооценку и не дает повода для национальной гордости во многом. Поэтому, конечно, выносить это неприятно. Здесь неприятно и выносить события 1939-1941 годов, когда Советский Союз был таким же агрессором, как и Гитлер. Здесь, так сказать, не надо забывать, что мы завалили противника трупами. То есть, по моим подсчетам, где-то на одного убитого германского солдата приходилось примерно 10 советских. Ну, в Финляндии это было еще больше. По моим подсчетам, было где-то 7 к 1. Мне казалось. Там, опять же, разные варианты оценки советских потерь тоже достаточно трудно посчитать. Здесь мы не будем это второй пункт, то есть да, я хочу сказать, нет, еще другое, что вынести. А что творила Красная Армия в 1944-1945 году в освобождаемой Европе? Это же была песня, вермахт такой даже и не снилось на оккупированных территориях. Такое количество убитых, изнасилованных, кстати, до сих пор толком подсчитано. Ну, и вот в этих странах. Это, кстати, наиболее болезненно воспринимается вот это именно 1944-1945 год, что творилось в Восточной Пруссии, в Померании, в Польше. Вы знаете, мне очень важно, чтобы вы об этом здесь говорили, поскольку у нас в Латвии тоже было. Да, ну, моя бабушка говорила. Да, 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 это было в Латвии, частично и вот в занятой территории, но, кстати, это было меньше в Курляндии, потому что там сразу началось какое-то партизанское движение, в общем. 12 лет после войны мы воевали еще. Я знаю, там как-то меньше было, потому что вот эта вот 19-я дивизия, она разошлась по домам латышская, и по лесам, и кто-то смог реализоваться, кто-то, значит, пошел в лесные братья. Но они очень почти никто не сдался в рамках цели капитуляции. А когда в лесах есть какие-то партизаны, там, в общем, как-то не очень склонно насиловать и убивать мирное население, потому что можно подвергнуться самим нападению. Да, но во всяком случае, ну, все равно такие факты были. Да, были факты, слава богу. Факты ужасные. Не, но больше в Германии, конечно, в Венгрии, там, даже в Сербии, слава богу, 111 женщин успели убить. 113 изнасилованных. А там всего месяц выступали. Ну и еще один, это очень такой... Следующий вопрос, а что, собственно, стало потом с освобожденными странами, что они все вдруг так поверили в коммунизм под сенью советских штыков? Ну, еще один момент, который очень важен, по-моему, это техническое оснащение и когда немцы напали на Советский Союз, их вооружение, техническое оснащение было гораздо слабее, чем советское. Знаете, это вопрос, на самом деле, достаточно сложный. То есть если брать количество там самолетов, то Советский Союз вроде как был лучше оснащен. Но Германия гораздо лучше была оснащена функционально, потому что не было гораздо больше радиостанций, гораздо больше автомобилей, допустим, гораздо лучше обучен персонал работать на этой технике. То есть, кстати, по самолетам было качественное превосходство немцев. По танкам, в общем, было какое-то там превосходство на советской стороне. Потому что и качественное, но оно сводилось на нет плохим командованием и плохим уровнем подготовки танкистов. Вот. Ну, соответственно, Германия это была экономически гораздо более развитой страной, с большим промышленным производством, с большим. Но это спасло Советский Союз в каком-то плане, что развитие инфраструктуры было такое, как было, поэтому немцы и застряли. Я думаю, что здесь спасло вот еще что. Германия в схватке один на один была, безусловно, сильнее Советского Союза. И она была более опасна для западных держав, потому что непосредственно с ними граничила. И поэтому западные державы предпочли из двух тоталитарных диктатур поддержать советскую, а не гитлеровскую. Хорошо. Ну вот теперь такая
короткое резюме по этому поводу. Я думаю, что вы готовы ответить за каждое ваше слово. Под каждым этим словом есть какой-то исторический документ. И если нас радиослушатели хотят задать какой-то специальный вопрос, пожалуйста, находите нас в Твиттере. Тевис Лайкмец, наше название в Твиттере. Или вот здесь через Ustream пишите нам. Через Facebook можете нас, или через ресурсы Радио Наба. Значит, вот картина вырисовывается какая-то очень-очень неприятная. И вот история, это, наверное, одна из самых таких различительных черт, которые вот в Латвии до сих пор этот народ, который живет здесь, да, если не различать его по национальности, разделяет. То есть одни думают, действительно думают, что они освободители, что они здесь очень много хорошего сделали, принесли, а другие помнят, как насиловали. И когда кто-то идет 9 мая отмечать этот праздник, тогда те, которых расстреливали, вывозили, изнасиловали, они не очень себя хорошо чувствуют, мягко выражаясь. Я понимаю, но с другой стороны, надо понять тех людей, которые являются потомками освободителей, которые родились в Латвии, которые, так сказать, приехали сюда, но они не могут отвечать за те преступления, которые творила Советская Россия. Я думаю, что каждый имеет право праздновать то, что он считает праздником. Это нельзя запретить. Вот. Поскольку 9 мая и 8 мая, соответственно, являются днями победы в большинстве стран Европы праздничными, хотя далеко не везде выходными, то, наверное, имеет смысл оставить этот день. Я, конечно, знаю, что вас противопоставляют два дня, 8 мая и 9 мая. Можно так, как он сделал 8 мая, но нельзя же запретить ветеранам 9 мая возлагать цветы там каким-то памятником. Здесь не идет речь о том, что вспоминать цветы и все такое. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что мы пришли, мы принесли вам свободу, мы здесь хозяева, и мы показываем, кто мы такие и кто вы. Мы показываем вам ваше место. Вот о чем идет речь. Это не чисто. Это уже... Это уже политика. Когда какие-то русские там пророссийские партии используют это в политических целях, это чисто политическая спекуляция. Я хочу немножко по-другому спросить. Вы знаете, у меня интересно в семье один брат отца был в легионе, и у многих латышей так. Другой стрелковый советский. Тем более, что некоторых пленных солдат региона потом же стали в эту дивизию тоже. И такая ситуация, когда стреляли там друг друга, брат брата, она в Латвии очень часто встречается, и фактически латыши, они являлись жертвой вот таких больших... Приходилось сражаться в чужих армиях. Друг против друга, это трагедия оккупированного народа. Но что я хочу сказать, что если я знаю эти преступления, которые совершала Красная армия против моего народа, и вы знаете, мне латыши говорили, вот во время немецкой оккупации, если ты не был евреем, тебе, в принципе, бояться не было, нечего было. Вот если ты не еврей, ты был спокойным, абсолютно незначительным, и как правило коллаборационисты. Коллаборационисты в большинстве, которые сотрудничали с советскими гражданами. Понятно, но я хочу сказать, здесь еще другое. Дело в том, что строго говоря, коллаборационистами могут называться те, кто служил немцам, и те, кто служил советам. То есть ни те, ни другие за национальную Латвию не боролись. Но реально не было никакой возможности бороться за национальную Латвию. То есть те же самые дивизии СС латвийские, они же никогда не были национальными дивизиями, и были под чужим командованием. Соответственно, тут сравнивать... Равно как и латышские там дивизии Красной армии. Но тут сравнение очень такое. Вы знаете, с Красной армией там просто
латышей было 45%, остальные были русские евреи, которые место, известно, а 45% было, как правило, российские, ну, в большинстве было, много было российских латышей, и конечно, дивизия СС, она была практически 90% укомплектована латышами. Ну, это понятно. Многие да, шли мстить за... Мстить русские за своих, мало, и немцев да. встречались с цветами. И русские там тоже были. И русские там были, да. И местные. Это я знаю, но дело-то не в этом. Я хочу сказать, что, с другой стороны, Красная Армия действительно освободила Латвию от нацистского оккупации, от нацистского террора. Конечно. Но, с другой стороны, она просто принесла ему другую оккупацию, другой террор, другой... То есть в этом и заключается эта проблема, что 9 мая для латышей это новая оккупация, это праздник. Понятно, который... но для тех русских, которые пришли сюда с Красной Армией и потом остались, они-то субъективно воспринимали себя освободителями. В этом дилемма, которая создает проблемы реального латышского общества, которые никак нельзя решить в одночасье, потому что я думаю, что вот это поколение русских немного осталось. Они наверняка не согласятся считать оккупацию Латвии, если я эмигрирую в Америку, условно говоря, я все равно не буду чувствовать себя американцем или евреем. Русским в Америке, может быть, если я рожу там сына, или там у сына будет водитель, или там может стать американцем. Но для многих русских, которые живут в Латвии, Как вы думаете, единственная возможность как-то с этой проблемой справиться, это понять друг друга. А чтобы понять друг друга, это нужно говорить, да? Нужно обсуждать, диалог. Но дело в том, что вот во всяком случае до недавнего времени русскоязычные страны Балтии, особенно Латвии, они придерживались же вполне советского взгляда на войну, то есть все советские мифы жили в их сознании, поэтому они латышей называли фашистами и считали, что это вот... Настолько ли они сами виноваты, настолько ли они сами поддерживали этот миф, или им это постоянно помогали, через телевидение, через прессу? Им, конечно, это помогали через русскоязычные каналы, потому что, я даже довольно часто бываю в балтийских странах. И, кстати сказать, можно сказать, что все-таки меньше стали помогать, то есть вот такие мифы, они гораздо меньше теперь тиражируются российскими телеканалами, которые вещают на страны Балтии. То есть раньше это была просто чисто сталинистская такая пропаганда. Причем даже не то, что на российских каналах иногда. Сейчас как-то более все-таки умеренно в отношении. Наверное, поняли, что такая лобовая пропаганда уже не действует, по крайней мере, на молодое поколение. Если вы не сделали, уже стало умнее. Нет, я думаю, что секрет успеха пропаганды в ее непрерывности. Если ты перестаешь что-то пропагандировать, этот стереотип постепенно выветривается. Хорошо, вернемся в историю. Значит, Вторая мировая война. Постоянно происходят переговоры между союзниками, между Россией, между Советским Союзом тогда, Америкой, Великобританией. Мы знаем Тегеран, Ялта, Потсдам, Потсдамские конференции. Вот в этих конференциях, как вы смотрите на это сотрудничество? Потому что нельзя отрицать то, что конец войны и Европа после официального окончания Второй мировой войны, она все-таки стала совсем другой, чем она была до. Разумеется, тоже с этим будет спорить. С этим трудно спорить. Но насколько можно говорить, что антигитлеровская коалиция... Она была лучше, или скажем, гуманнее, чем немцы.
Зная, о чем они договаривались, зная, как они вели себя на ими оккупированных территориях, и как они вели себя в этой войне. Ну, у них не было все-таки Холокоста, у них не было, допустим, программы истребления. Холокост был, и истребление немцев тоже. Ну, программы истребления немцев не было. Были отдельные эксцессы. Вы думаете, что... Уничтожали какое-то число пленных, уничтожали какое-то число... Вы думаете, что была программа полного... Программы полного уничтожения немцев не было. Была программа изгнания их с определенных земель, которые отходили другим странам, главным образом на Востоке. Вот, но программа полного... Ну, насколько мне известно, что программа полного истребления евреев тоже не было. Была программа их выселения, выдворения из Германии и... Ну, это действовало до начала Второй мировой войны, уже в 1941 году, на оккупированных советских территориях, включая Балтию, евреи подлежали поголовному истреблению, и постепенно и все балтийские страны, и Белоруссия, большая часть Украины стали юдофраями. Да, но вы согласитесь, что отношение к евреям восточным и западным было не одинаковое? Да, практически одинаковое, потому что те же самые западные евреи, они с конца 1941 года благополучно составлялись в ту же Прибалтику, в ту же Белоруссию, в Польшу, и на Украину для... Их истребления, они там истреблялись. Это прекрасно известно. Чем же можно объяснить факт, что 150 тысяч солдат вермахта были еврейской национальности, 10 генералов и 2 маршала? Во-первых, так сказать, чистыми евреями они не были никто. То есть была очень небольшая категория евреев, которая не подвергалась преследованию, это, скажем, лауреаты Железных крестов за Первую мировую войну. Вот. И какое-то число смешанных лиц, то есть лиц еврейского... Гитлер тоже был смешанным евреем. Гитлер никогда не был смешанным евреем, он был чистокровным австрийцем. Это был миф, пущенный союзной пропагандой в годы войны, так же, как будто подлинная фамилия Гитлер-Шильдгрубер. Это такой же миф, как и то, что он был евреем. Ну, а это очень-очень сильный миф. Может быть, с пропагандистской точки он сильный, но с исторической действительностью он не имеет просто ничего общего. То есть основные Гитлера достаточно изученные, никаких евреев там просто не было. Да и вообще говоря, их довольно сложно было найти в христианских районах Верхней Австрии. Хорошо. Значит, вы думаете, что союзники все-таки были лучше, чем... антигитлеровская. Во всяком случае, западные союзники были лучше. А 200 тысяч убитых в Дрездене? Ну, поменьше. Точно, конечно, никто не знает. Хорошо, 100. Не 200. 100 за одну ночь, хорошо. Это не Холокост? Это не уничтожение немцев? Нет, уничтожение немцев, но это не уничтожение всех немцев. Насколько мне известно, то у Гитлера было много минусов, но нельзя отрицать его особенный подход к международному праву. Может быть, не во всех случаях, но он не позволял себе часто делать... Ну, почему? Агрессия против Польши, оккупация Норвегии, Дании, Чехословакии. По-моему, тут международному праву говорить не приходится. Он просто полагал, что если государство сильное, то ему все позволено. А уж когда проиграл, то тогда ему и обращаться к международному праву не имело смысла. История концлагерей, которые были на территории Рейха несколько построены, говорит о том, что немецкое командование, немецкая администрация старалась, я говорю о концлагерях, которые были на территории Польши и Германии, старалась как можно лучше отнестись к своим заключенным, то есть их кормить, и очень много погибло людей именно из-за того, что немцы просто не могли им обеспечить санитарные условия, покормить. То, что подавляющее большинство узников лагерей погибло от
голода и эпидемии, это вопроса нет. Но я бы все-таки не сказал, что главной целью немецкой администрации было любой ценой там, за счет, допустим, солдат охраны обеспечить нормальное питание. Точно так же, как большинство военнопленных советских, которые не попадали под Женевскую конвенцию, они погибли в основном от голода и болезней. Вот скажи, пожалуйста, вот это очень интересная тема. У нас под Елгавой есть место, где в начале войны погибло десятки тысяч русских военнопленных, потому что в начале войны они сдавались, как известно, сотнями тысяч, десятками тысяч. И немцы просто не могли их обеспечить санитарными. Там, конечно, не то что санитарными, элементарной пищей было сложно обеспечить. Но вся немецкая восточная армия насчитывала в 1941 году порядка 3,3 миллиона человек, а советских пленных было 3,8 миллиона. В общем, согласитесь, это было довольно сложно. Их просто и прокормить, и эвакуировать всех в тыл. То есть в основном они погибали в промежуточных лагерях. То есть если уж они там доехали до Польши, там уже, конечно, шанс выжить был побольше там. Но вопрос сейчас в другом. Вот там под Елгавой это место известно, там очень много похоронено в общих этих захоронениях. А вот Россия в последнее время очень декларирует свое отношение к ветеранам и к войне, но вот это место, оно абсолютно забыто, оно никому не нужно. Вот эти солдатики, они там... У нас в Латвии где-то 100 тысяч российских солдат, которые лежат где-то закрыты, и в принципе они никому по-особому не нужны. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали эту политику. Вот насколько же все-таки это правдоподобно. Я просто не очень в курсе, какова здесь политика России, но теоретически при Министерстве обороны России существует военный мемориальный центр, который ведает, среди прочего, захоронениями советских и российских войн за пределами российских границ. То есть я не знаю, как, наверное, в этом центре должны быть какие-то сведения об этих захоронениях, но сказать, что он там предпринимает для обустройства этих захоронений, это я не знаю. Ну вот, а отношение к солдатам вермахта, которые похоронены на российской территории. Оно было крайне негативным, сказать, но оно стало меняться только с точки зрения властей, где-то, может быть, с начала 90-х годов. Ну и так любое немецкое кладбище, там, или венгерское какое-то кладбище, или итальянское, оно его приходится брать с боем при противодействии местных жителей и местной власти. То есть вот такой стереотип немца-фашиста врага, он сидит очень глубоко. Многих представителей народа. Ну, на самом деле... До войны, при Сталине, но практически все это время пришлось про Сталина, немецкие кладбища просто уничтожались, то есть они перепахивались, никаких следов их не оставалось. Но с другой стороны, правда, те заключенные, которые умирали в советских лагерях пленные, они как-то сохранивались. Вот это сохранение... В общем-то, сколько немецких военнопленных умерло в лагерях? Примерно, конечно, это невозможно сказать с определенной там точностью. Знаете, по-моему, их умерло... Вот 454 тысячи, я не помню, это или немецких, или всех. То есть полмиллиона примерно? Ну, поменьше, где-то вот 400. А сколько вернулось на родину? Где-то порядка сейчас, подожди. Это считаю австрийцев всех, да. Думаю, что порядка 2,9 миллиона. Значит, 3 миллиона вернулось, примерно половина. Наверное. Там где-то я считал, по-моему, смертность была порядка 16%. Вот такая. Но смертность была ниже, чем среди советских пленных, просто за счет того, что война окончилась. Когда кончилась война, сразу стали репатриировать, в первую очередь, нетрудоспособных, то есть больных, истощенных,
до конца войны этого не было. И, скажем, к 43-му году, к лету 43-го года, умерло примерно две трети немецких и других военнопленных, которые находились в советских руках. То есть это примерно та же смертность, кого была смертность советских пленных в Германии. А в Германии они, естественно, находились до конца войны, никуда их... Здесь было невозможно. Но тут я с вами не соглашусь, потому что в Латвии в очень многих семьях были крестьянских были военнопленные, русские. Ну, это я знаю, да, они помогали в сельском хозяйстве. И, в принципе, никуда ни, ни, на войну не бежали, не дергались. Себя хорошо чувствовали. Основная смертность пленных была зима 41-42. Потом уже, которые достигли лагерей, там уже было больше шансов, то есть часть можно было переправить для работы в сельском хозяйстве, оставшихся в лагерях как-то кормить. Скажите, нас слушают много молодых людей, студентов, и может быть кто-то из них задается вопросом. Ну, а зачем нам это все знать? Потому что это интересно? Чему это может меня научить сегодняшнему дню, завтрашнему дню? Чему это все научит отношения наших государств, отношения наших народов? К чему это все приведет? Или это просто потому, что так интересно провести время послушать? Или от того еще может остаться что-то полезное? Знаете, на мой взгляд, историю как раз изучают прежде всего потому, что она интересна. Это не какое-то отрицательное качество, если это интересно, это уже само по себе стоит изучать и знать. А какие уроки из этого извлекать, это уже индивидуальное дело каждого. Кто-то оценит это так, кто-то иначе, кто-то сочтет, что надо делать так, кто-то скажет, что иначе. И государству, ну какие тут могут извлекаться уроки? Что нападать на другое государство плохо, что истреблять мирное население плохо, проводить депортации плохо. В России, по-моему, я думаю, что в России, если вот так их спросить, никто против таких утверждений и возражать не будет. Ну как не будет возражать? Никто же не возражал после против агрессии на Грузию, никто не возражает после против агрессии там. С точки зрения российской пропаганды, это не агрессия, это... Братская помощь, ну, как вы помните, например, когда советские войска вошли в Афганистан, это был ввод личного контингента советских войск по просьбе нашего друга, Власти, там друг друга убили, другим заменили. Потом был третий друг, который плохо кончил, с ними. Тогда, помню, в Советском Союзе родился анекдот, что переименовали термин татаро-монгольские ига. Теперь это не татаро-монгольские ига, а вот ограниченный контингент татаро-монгольских войск по просьбе русских князей для защиты от литовской угрозы. Что может быть частично соответствует правде, да? Да нет, это не соответствует правде. Монголов, в общем-то, никто никогда не приглашал, так же, как никто никогда не приглашал нормандов, варягов. Потому что это примерно то же самое, как доверить свою охрану разбойникам с большой дороги. Ну, вы знаете, в Латвии я часто слышу, в 40-м году нас освободили, или в 45-м, от мяса, от хлеба, от колбасы. Так, есть часть людей, которые это так воспринимают. Таким освобождением. И не могут этому освобождению никак радоваться. Ну, я хотел бы тут немножко поговорить еще о том, что... Для Латвии это крайне важно, чтобы русские, особенно те русские, которые живут здесь, конечно, хорошо бы, и нас в России, может быть, кто-то слушает и видит, потому что у меня много друзей в России, на Украине, и я тут всем разослал приглашение, через интернет нас слышно везде. Вот для нас очень, очень важно, чтобы местные русские знали, конечно, они не могут нести ответственность за каких-то там деяния своих там дедов или прадедов, но они могут понять, что для нас значит для латышей, не только для латышей, для финнов тоже, да, все-таки одна треть Финляндии, она до сих пор, она оккупирована Советским Союзом, она инкорпирована. Не одна треть, но не важно. Да, то же самое
можно сказать, части Эстонии и части Латвии, которые, ну, там маленькая очень часть, там 10%, ну, да, да, отдано. Но для того, чтобы мы здесь жили как-то более-менее дружно, да, и понимали друг друга, очень важно вот понять, почему же мы не можем так очень радоваться этому 9 мая. Да, и почему вот в Латвии не считают, что это конец войны. Вот те люди, которые знают историю Латвии, которые, они, для нас война 9 мая не закончилась. Для нас она закончилась... Ну, правильно, там были еще отряды лесных братьев. 12 лет. 12 лет. Да. Последний лесной брат в 59-м году вышел из леса. Представьте себе, 14 лет после официального окончания войны Латвия воевала. Не только Латвия, Западная Украина и не только то же самое. Между прочим, на Западной Украине в 56-57 году возникли вторичные отряды УПА. Это после того, как в 55-м году основная масса депортирована была возвращена. Что интересно. Ну, я не знаю, было такое явление в Прибалтике. Ну, во всяком случае, ну, понятно, что советская оккупация ничего радостного алташам не принесла. То есть, конечно, там какая-то партийная верхушка или те, кто сумел пробиться, да, кто там попадал в советскую номенклатуру, шел на компромисс. Ну, это, в общем, было и во всех оккупированных территориях, ну, во всей истории тоже было, и в Польше, извините, и в Румынии, и в других восточноевропейских странах, а до этого там при германской оккупации, то там какой-нибудь Чехии, там тоже же кто-то были, наверное, бургомистрами, и полиции служили. Но германская армия. Борис Вадимович, вот мне интересно, чисто я тоже очень часто в своей жизни, большую часть своей жизни отдал против течения, не по течению. Вот вы, там в России все-таки очень сильно это течение, и многие люди сгорают в этом потоке. Вот чем вы, вам же удобнее было бы среди быть официальным представителем, то есть встать на позицию официального Кремля, и я думаю, что чисто комфортнее вы бы жили. Ну, видите, может быть, чисто материально это было бы и комфортнее, но я всегда старался стоять на позициях истины, когда ради каких-то материальных благ приходится врать, зная, что все было по-другому. Это достаточно противно, и я предпочитаю этого не делать. Ну ладно, в каких-то случаях я могу добросовестно заблуждаться, то есть мыслить какое-то ошибочное суждение, это одно. Но когда ты сознательно должен врать и называть черное, белое, белое, черное, это уже другая ситуация. Вот, знаете, я уже упомянул, что у меня очень много знакомых, друзей в России здесь, которые, ну, тут говорят русскоязычные, не нравится это определение, потому что они или русские, или там украинцы, или белорусы, или евреи. Вот когда... Или татары. Когда я с ними общаюсь и объясняю вот наше такое... Введение этой войны и окончание войны, очень многие меня понимают. Они понимают, почему вот мы так себя чувствуем, потому что... То есть очень просто говорю, просто сядьте на эту сторону и вот посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Вот у нас уже подходит наше время постепенно к завершению. Я бы вас попросил, вот как вы обратились, вот, что бы вы могли сказать вот, русским, которые живут здесь, и которые вот, до сих пор живут с этим чувством, которые живут с верой в такую хорошую миссию освободителя, жертвы войны, жертвы Второй мировой войны. Которые может быть живут до сих пор вот в этой религии. Ну, я могу сказать, что правда одна, истина одна. И вообще говоря, сказать, ну, вы должны выбирать, жить вам лучше в независимом латвийском государстве или в какой-то другой стране, но если вы выбираете жизнь на той земле, на которой вы родились, то есть в Латвии, тогда вы должны искать общие с латышами
культурные, исторические, общеполитические ценности и смотреть на историю страны объективно, истинным взглядом, то есть называть одинаковыми одни и те же явления. Да, да, спасибо за эти слова, они очень мощные и искренние, может быть, поэтому меня затронули. Вот в окончании нашей передачи я вам хочу еще раз сказать, благодарить вас, что вы посвятили свое время здесь и, может быть, сказать, как ваше выступление, мы завтра будете на конгрессе историков, может быть, кому-то интересно прийти послушать ваши рефераты, где будет затронута эта тема. Только рефераты будут на английском, но, правда, переводить на латышский тоже будут. И тема рефераты будет? Тема рефераты, ну, как бы основные мифы Второй мировой войны в российской историографии, примерно так. Ну, примерно то, что, о чем мы говорим, мы здесь довольно поверхностно. Да, естественно, здесь более поверхностно. Но там были более исторические факты. С какими-то именами, да. Ну, тогда я еще раз благодарю вас за то, что вы пришли, за вашу работу. Я думаю, что со всей ответственностью я могу сказать, что мы латыши вам благодарны. Спасибо, я рассчитываю, что когда-нибудь латыши и русские здесь составят некий единый латышский народ, пусть даже двуязычный, вот, у них будет общее чувство латышского патриотизма. А вы патриот России? Я патриот России. То есть я далеко не уверен, что нынешние власти России не патриоты. У меня еще один вопрос. Я вспомнил, я тут разволновался за ваши такие красивые слова. У нас есть много ребят, русских ребят, которые ходят с российской символикой, ездят с флагами. И я говорю, ребята, а вот вы же в Латвии живете, ну вот Россия, Россия. Я говорю, а вы там были? И, как правило, никто из них не был. И я в России был сотни раз до Байкальского озера, я примерно знаю. И когда ко мне приезжают эти российские ребята, они радуются. Вот. Там они говорят, как классно у вас тут жить. И я говорю, ребят, вы съездите туда, в Россию, тогда, ну, в экскурсию, тогда посмотрим, вы будете этими флагами там ходить и так за эту, за Россию болеть. В принципе, их с Россией это ничего не связывает, кроме языка и кроме вот этих каналов, которые они... Есть какое-то чувство патриотизма, пусть даже они ходят с флагами, если при этом они осознают, что им жить в Латвии, что свою судьбу придется связать с Латвией, потому что я сомневаюсь, что кто-то из них реально хочет переехать в Россию. Да, но, может быть, они хотят расширить территорию России? Включить часть Латвии туда, обозначая флажками? Я не думаю, что это силы, что они реально хотят это сделать. Потому что я уверен, что очень большая часть латышей, когда видит этот флаг, чувствует себя тоже как-то некомфортно. Да. Как не в Латвии. Ну, хотя это флаг, он, в общем, непонятно, с чем он тогда связывает, потому что в Латвии этот флаг 91-го года, я думаю, не видели. Видели. Мы жили в Российской империи очень долго. В Российской империи этот флаг мало употреблялся. Там в основном был имперский стандарт Романовых, а это совсем бело-черно-желтый флаг. Этот флаг употреблялся довольно редко. В Первую мировую войну его стали употреблять, и то не по всему. Но отношения латышей видят не только флаги, разную символику, надпись, георгиевские ленточки. Они определяют это не как демонстрация. Георгиевская ленточка сама по себе ничего худого не несет. Конечно, не имеет. Но, в конце концов, насколько я помню, многие ее привязывают, но не привязывают. Нет, она намного у кого была. Она была у Власовцев. Я знаю, она же была, например, генерал Мангерский, он тоже был лауреатом Георгиевского креста, у него была Георгиевская ленточка. Георгиевские ленточки были не только у Власовцев, они были у народной армии Камуча, которая сражалась против. То есть те люди, которые одевают эти ленточки, должны это знать. У них она была вместо какакар. Тогда какакар еще не было, потом погоны ввели. Они были с георгиевскими ленточками.
Само по себе это неплохо, но нехорошо. Надо просто инспирировать всю Москву с целью поддерживать вот некое постсоветское единство с расчетом, что может когда-то это удастся сделать чем-то политическим. Но я не думаю, что это реальные расчеты, что их можно воплотить в жизнь. Но вот это 9 мая сегодня. Я читал, по-моему, Афанасьева или вашу работу, я не помню. Тут я читал, что в 50-х, 60-х годах 9 мая не являлся таким грандиозным праздником. Нет, его в 65-м сделали, к 20-летию. То есть до этого он даже не являлся таким? Нет, он являлся праздником, но он не был выходным днем. Угу. Угу. Ну, таким грандиозным, просто со всеми парадами. Нет, так он стал грандиозным, когда он стал выходным днем, и когда в этот день стали проводить парад. Угу. Парад проводили на 1 мая, просто вы перенесли на 9 мая. Вот. Там, в общем, думаю, что у Сталина просто не было еще желания делать два праздника в мае. Ну, Сталин вообще тогда особо не... Как бы не праздновал этот праздник. Ну, 1 мая он не хотел очень в такое короткое время, чтобы было много праздников, потому что люди работать плохо будут. Может быть, даже такие соображения. Хорошо, спасибо вам еще раз, что вы пришли. Так я с большой энергией подошел к микрофону, и, может быть, наши радиослушатели там немножко заглушились. Еще раз огромнейшее вам спасибо, удачи вам, добро пожаловать всегда, мы вам очень рады. И я всем нашим радиослушателям благодарен за то, что вы послушали, и желаю, особенно русским, узнать правду об этой победе, перенести ее для взаимопонимания. Я думаю, это будет очень-очень хорошо для взаимопонимания. И мы вас, наверное, еще больше будем любить, если вы это будете знать. Мы латыши, я так думаю. Paldies, cienījamie radio klausītāji, kas mums klausījās divos vārdos. Laikam es nevaru iztulkot šo pāraidi. Mēs centīsimies ielikt internetā visu pāraidi un iespējams arī notitrēsim kādu dienu šo teikto, jo Boris Sokolovkungs ļoti daudz ir pateicis, un Leonārd, tu vēl kaut ko gribi pateikt? Nē, es tikai pabeigtu to domu, ka simboliem, karogiem, lentītēm ir tikai tāda nozīme, kādu mēs viņiem piešķiram, nevis tādu, kā viņi tur izcēlās, jo Dāvida zvaigzne patiesībā bija viņiem uzšūta tikai tāpēc, lai apliecinātu, ka viņi ir Austro-Ungārijas ķēzara aizsardzībā, ka neviens nedrīkst viņus aizsargāt. Simboliem ir tikai tāda nozīme, kādu mēs viņiem piešķiram. Символы только то, что мы о них думаем. Да? Да? Ну, я сказал. Леонард. Спасибо, до свидания, всего доброго, до встречи. До свидания.